Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, мы с вами продолжаем Happy Wheels, субботний, мать его, представляешь, внезапный субботний, а чё бы нет, две недели подряд в воскресенье, а сегодня в субботу, прям хорошо. Я разобрался в прошлый раз с уровнями, которые хрен пойми, откуда взялись по второму разу. Вот насчет вот этого уровня я не уверен, который сейчас будет называться Mega Troll Level от Yeti 2002. А звук-то есть, нет? А я звук-то отключил. Музыка. Мне музыка бесит из Happy Wheels, если честно, прям беда. Так вот, Mega Troll Level. Не знаю насчет этого, но вот следующий уровень их точно, по-моему, не было. Поэтому давайте посмотрим сначала его. Mega Troll, это значит, нас сейчас... Оу, бляха, муха. Ой, как ты посмотришь, что, какой путь ты выберешь. Вот этот вот. Секунду, бляха-муха. В этих уровнях нельзя умирать. Что за херь? Не, подожди, в этих уровнях никто никогда ни разу не умирал. В чем прикол этого тролл-левела? Если я на нем умираю, пойдем обратно туда. Я не должен умирать. Ай, ГГ. Нуб. Это про меня? Да в смысле, иди твою мать, сука, нуб. Давай, Спайкфолл, я, блядь, покажу, кто здесь нуб. Ишь ты, товарищ Йети 2002. Да ёб твою. Да как ты? Нормально. Сука. Тупик, бляха-муха. Тупик. Нет, не тупик. Серьезно? Тогда поехали назад. Тогда поехали туда. Тогда нам туда. Бляха-муха. Не, подожди. Тролл левел. Я не должен в нем умирать. Что за херь? Это неправдоподобный и неправильный тролл-левел. В тролл-левеле люди не умирают. О-о-о-о! Только голову не ломай себе, не надо голову ломать. Спокойно, привет, здорово, я приехал, я выиграл. Нет, такого, насколько я помню, не было. Если ты помнишь иначе, значит, ты смотрел это где-то в другом месте. Fatality 14, портал свободы. Body, Portal of Freedom. Ну давай, в свободную партнемся куда-нибудь, куда-то там, здорово. Не, только не ты снова. Добро пожаловать, бляха-муха. Ага. Иди, твою мать. Чё ты, блядь, ты что ж ты делаешь? Что-то похожее, по-моему, уже было, но вроде как... Да что ж ты делаешь, вроде как не этот уровень. Что-то какой-то страшный уровень, прямо его страх. Сука, ебаные кроты. Хорош, завязывай. По-моему, это портал к свободе, а не портал по параллельным мирам называется уровень. Почему меня бросает? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Почему меня бросает из одного места вдруг? О, блядь! Ты ж, сука, такая подставная. Это что сейчас было? Ну, я так-то сейчас умру, у меня уже все, в принципе, в крови. Да иди ты в жопу, сраная рыба! Это рыба-шар. Такие есть на самом деле рыба-шар. Еще раз рыба-шар. Серьезно, тебе говорю, есть рыба-шар? А смотри, сынок, это портал свободы. Ебать. Тимми превратился в колобок. Представляешь? Тимми теперь колобок. Да хорош. Натуриально, опять ты. Давайте попробуем спокойно. В принципе, просрал. Ах, бляха, да что ж я пугаюсь-то. Я просто помню, что где-то была превьюшка вот с этим кругляшком. Это прям вот стопроцентная информация, но я не помню точно, этот уровень или нет. По-моему, не этот, но если даже этот, я хочу его вспомнить, потому что вроде как уровень-то интересный более-менее. Мы здесь что-то ездим по каким-то мирам, по всяким нас кидают, пытаются убить. Но мы живем! Мы потеряли Тимми, нам насрать. Спокойно! Да-да-да. Где последняя? Вот она, сука. Собака такая. Подставил меня последний топор, что за херня? Так, смотри, сынок, это портал свободы. Сейчас вот, ага. Я, блядь, улетать умею, спокойно. Не так быстро, говорит этот собака. Тихо, 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 вот теперь можно. Окей, ты тихо там. Бля, у него писюля торчит. Чувак, никак тебе не стыдно-то. Ты посмотри, что делает, а прям. Как у собаки выкатилось, короче, то же самое получается. Ладно. Стефан 2013. I hate pink. Я ненавижу розовый или певицу. Пока что не ясно. Но мы сейчас узнаем, мне кажется. Ну, допустим. Салют пинг сифаси басадайра таламапа. Ну, да, понятно.
кислота, или там кто-то кому-то что-то делают, поэтому я не буду особо смотреть на это дело, мало ли что. Спокойно. Ох, ты ж хорош! Нормально, красава, все хорошо, все нормально. Тихо, 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 тихо. Не дурите, пацаны. Все нормально, все потихо, на дурачка проскакиваем и... Спокойненько, надо убрать маленькие наушники, не мешаются под рукой, представляешь? Сижу, сука, и под рукой мешаются собаки такие. Good like over, just good la-la-la. Просто хороший уровень утверждает good like over. Ну, давай посмотрим на мой просто хороший уровень. Просто хороший уровень, в котором я никуда не еду. Та-та-та-та, та-та-та-та. Опачки, блядь, хорошо. Хорошее начало. Начало просто огонь, не надо, нет. Воу, да ты чё? Эти же группуны, они так чисто пугают, они же никогда в жизни не попадали ни в кого. О, хуйца там. Ага, до свидания. Мины, мины. Я вижу мины! Я вижу мины! Вижу, я их вижу, поэтому я вот так-то не помер до сих пор. Спокойненько. Здесь, я думаю, надо сделать вот так. Бляха, этот уровень не очень-то хорош, если в него всматриваться. Чё я-то задеваю? Ага. Ага. Спасибо. Спасибо. Тихо. Спокойно. Нет. Ай, бля. Не, ну уровень более-менее хорош, тем более, что мы его прошли. Это означает, что он просто охуенный, понимаешь? Уровень, который проходится просто на дурачка вот так, как мы сейчас прошли, это хорош. А Went Attack от Grodius Mouth. Чё делать-то надо? Надо монетки собрать. Ебать, аэротруба. Давай! Да вылети ты уже куда-нибудь. Вот, 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 вот. Давай, 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 давай. Давай, чувак, ты сможешь. Ты сможешь. Есть. Ха-ха. И чё? Ха-ха. Последняя. Последняя, дружище. Ты сможешь, я верю. Давай, блядь, дружище. Кишки разлетелись, друган. Нет. Автокефаль. Автокефаль. Что такое кефаль? Что-то знам такое знакомое. Он тут один. The Guard Boss Number One. The Guard Boss Number One Heart. Servant Boss Drunkier. Окей, так. Босс из серванта. Сервант, это, если кто-то не знает, это такой шкафчик со стеклянными дверьми, в котором стоит всякая посуда. И, собственно, дед, походу, делает... Оу! Поехали с нами. Покатаемся. Тимми, пока подыши в коленки деда. Сервант, в пизду, короче, про этот сервант, короче, говорит, дед его, походу, дело открыл, нашел там алкашку, поэтому он немного накидался. Открывай мне, ёпта, опа, уже сломали колесо, заебись, дед. Все из-за тебя, собака ты некрещенный, взял, напоролся и еще сломал мне колесо. Как я буду со сломанным колесо тереть? Открывай! Опа, тачка поехала, давай. Погодите, секундуху, какого хера? Ушел. Как мне проехать это говно? Ага, давай лети. Ах ты ж, блядь, машина. А как ее проезжать-то? Подожди-ка, это нечестно. Она постоянно меня... Да ебаный дед! Ведь этот дед, сука. Давай, падла, лети, сука. Давай, крыса, тварь тыловая, давай. Вот так-то. Я еще все. Я еще все. Подожди, а что с машиной ты делаешь? Он как-то не убивается, уйди, дед. Вот, прощай. Многоногий дед, блядь. Дедовская многоножка. Фильм такой скоро снимут, наверное, по-любому. Так, сервант, босс, Давакин, давай. Ай, хорош! Блядь, да что ж ты не живой-то никогда? Ты же должен выживать, дружище, я ж тебе отвечаю, давай. Блядь, опять колесо сломали. Да что ж ты делаешь-то? Дед, хорош ломать мои колеса, ну. У тебя свои колеса должны быть, блядь, в аптечке лежать. Ломай их, я при чем? Давай сделаем по-другому, вот так. А как тогда? А как тогда? Есть какие-то варианты, нет? Я не вижу ни одного варианта, спокойно, дед. Ни одного варианта я совершенно не вижу. Как, блядь, пройти эту гребаную машину? Она же постоянно в меня летит. Может быть, вот так, смотри. И раз. Да ёпты. Слышь, фусрада, давай ебень. И ведь ничего даже против не скажешь. Представляешь, когда на человека падает машина, он в принципе должен разлететься нахуй на составляющие. И он разлетается. И какие претензии к создателю этого уровня, кроме той, что как, блядь, пройти эту машину? Как тебя пройти? Кидай! Сука! Пес! Да, блядь, он просто шанса, он не дает никакого шанса абсолютно. Просто шансов нет. No change! No chance, блядь, открывай!
Как же, сука, тебя прокатать-то? Давай попробуем, знаешь, как с разгончику. По деду прокатимся и прям с разгончику пытаемся затаранить нахуй эту машину. Давай, сука. Ясно. Давайте на этом закончим. Ча-ча-ча. Или, а нет, сосаха. Сосаха 135. А, какаха. Ну какая разница, блин, сосаха, какаха. Не тяжело, говорит. No hard. Ну давай, no hard, так no hard. Спасибо. Огромное человеческое спасибо. Денис из Куплей Изи. Ну, ему не тяжело, изи. Отличный уровень, хорошо, поехали. Давайте. А, привет, Куплинов, это мой первый уровень для тебя. Спасибо, Google переводчик. Пожалуйста. Сказал бы тебе Google... Ух ты, блядь. Сказал бы тебе Google переводчик в обратку. Подожди, как проехать-то? И отлично. Медленно. Остановись. Окей. А, лол, не останавливайся. Хорошо, вот сюда. Тяжело. И ведь хуй поспоришь. А ведь уровень называется изи, почему здесь-то тяжело? Что за херня? Так, давайте просто проскочим по бырьку, да и все, делов-то. Стреляй, ска! Стреляй, говорит тебе, бляха, стреляй! Стреляй, собака, стреляй, сука! Бляха, ты что делаешь? Стреляй, алло! Пам! Пам-пам-пам, хуй тебе! Тихо, второй уровень! Я даже ничего не взорвалось. Это самая просто отвратительная смерть. Попал в ловушку, и в ловушке даже ничего не взорвалось. Что за хер... А, конечно. Помнишь теорию про то, что если есть голова и железка, она обязательно они сойдутся? Так, хорошо, спокойно, просто быстро делаем. Давай, давай, давай. И... Опачки, тара-та-та... Тихо там, нахуй. Спокойненько. Да езжай ты, собака ты такая. Да хватит стрелять там еще. Так, второй уровень. Второй уровень, это смешно. Там было написано лол, XD, все дела. Да что ты не прыгаешь-то, ну? Дружище, ты прыгай давай уже сегодня. Опачки. Просто элементарно и идеально прохождение. Давай, и опа. Блять. Правильно, правильно, правильно. Попал в топорную мясорубку. Топорная мясорубка, это беда, спокойно. Ай, хорошо. Я не сомневался, что он достанет до меня. Короткий-то, блядь, короткий топор длиной за весь двор. Ну ты посмотри, а. Отлично. Спокойно, вот здесь хорошо, все здесь должно быть все нормально. Ага, до свидания, проща. Да какого ж хуя-то ты зацепил-то меня? Я уже давно там на конце уровня был. А ты меня до сих пор здесь цепляешь, что за херня? Хе-хе-хе-хе-хе, тупарыска. Это вы мудаки, закрой его нахуй. Закрой его, во. Он уже помер, я от этого немножко подохерел, а там еще и астероид. Да, я... Ух ты ж, бля, идеально, вот сейчас просто идеально было. Вот это просто идеально, спокойно. Не надо. Спокойно. Тихо. Давай. Ну что ты, блядь. Они не стреляют, а вот этот стреляет. Блядь, вот этот стреляет. Вот прям чуял, что он стреляет. Я тебе отвечаю, что он стреляет. Финиш. Закончили, закончили, финиш видели, значит, прошли. Я тебе вот прям вот, вот, знаешь, мысль такая, она не стреляет, а та стреляет, вот, и она стрельнула, представляешь? Она взяла, сука, и стрельнула. Следующий уровень от автора Виртуозы. Виртуозы Хэппи Вилса сделали нам уровень под названием Левел Скорость. Уровень скорость, ну окей. Будь осторожен, все мины. Ага. А, прикольно так. Да не умирай ты, летит твою мать. А, все уже, окей. Не надо, нахуй. Не надо, говорю. Спокойно. Тихо. Нихуя себе, как везет мне сегодня. Охуеть. Вот это прикольно. Это нормально. Спокойно. На финиш меня быстрее, я еще живой. А, все уже, сука. Велик приехал. Спокойно. Тихо-т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 ихо
Это как так было сейчас? Тихо, 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 тихо. До свидания. Отлично, спокойно. Ну как я финиш-то?
Как пройти эту ёбаную мину? Как пройти эту ёбаную мину? Объясни. О, привет. Тихо. А мина взорвалась! Да мина взорвалась! Нет, не взорвалась! Отлично! Пидай меня вверх! Пидай быстрей! Где она? Спокойно, что происходит? Сейчас аккуратненько надо все это сделать. Какой напряженный уровень. Ушли нахуй! Какой напряженный уровень. Спокойно, магнитофоны. Тихо. Музыка плохая у вас была. Перевернись, блять. Откуда вы, суки, тут взялись-то? Я первый раз до туда зашел. Спокойно. Не надо. Ну, успокойтесь. Спокойно. Тихо. Сука, ты как... Самое плохое в этом уровне, это вот это именно мина. Если б не было ее, все бы было заебса, прям серьезно. Но она там есть! Она там есть, и она мешает. Тупо, быстро, очень хорошо. А мы с тобой разу еще не встречались? По-моему, мы с тобой должны уже были видеться, но как-то так подфартило, что мы с тобой еще ни разу не виделись. Давай катись до конца без меня уже мертвым. Ну, в конце-то концов, спокойно. Прощай, Тиби. Тихо. Колесо! Опа! А! Хуйца там! Тихо. Уди-ля! Да куда ты, ёб твою, назад-то мне вперед надо! Вперед! Вон туда! Отлично, краса! Уйди! Тихо, спокойно. Так, ладно. Ой, хорошо-то как, спокойно. Что случилось? Там мечи. Тормози. Все отлично. Уйдите, ебаные эльфы, мне мешайте. Я из-за вас сейчас въебусь в меч. Ух ты, блядь. Вот это, такого не бывает. Это нечестно. Кончик меча был рядом с головой, и он не задел. Такого не бывает. Хорошо. Замечательно. Аккуратненько. Там чё? Там топор. О, блядь, опять, ты смотри, опять подфартил. Да что ж ты делаешь-то? Блядь, а что делать-то? Тихо. Ай, бляха, вот это нормально. Спокойно. И... Опа, тара-та-та-та-ра-т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 а-
Ёбаные магнитофоны! Зачем я вас взял с собой? Ну, без вас так было хорошо, спокойно. Не надо. Тихо. Мина, пошла нахуй! Отлично! Хорошо все! Замечательно! Тихо. Спокойненько, уходим. Отлично. Все, тихо, держим. Сейчас внимательно, смотри. Опа. Ай, хорошо, цепи меня, собака! Не в ту сторону! Стопы! Бунька, иди отсюда нахуй. Давай, и... Хорошо! Все, замечательно. Тихо. Как будто так и было, бля. Я не понял, кто меня убил-то сейчас. Что за херня? Ты не прощ... Кто меня убил-то там? Ебать! Дай мне уровень пройти! Кто пивил? Дай уровень пройти, Серёга! Во, спасибо! Угу! Да ебать тебя хорош! Ну слушай, сколько можно-то? Давай нормально сделаем! Во-во-во-во! Во-в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 о
Та-ра-та-та-та-ра-та-та-та! Хорош! Вот это молодчик! Так, маффины. Маффины не надо брать с собой. Маффины там мешаются. Дюди, маффин, нахуй тебя. Тормози! Спасибо! Бляха, ебаные эльфы! Это идеальное прохождение сейчас было! Все уже сломалось до меня! Красота! Ушел! Так, спокойно. Маффины, надо просто проехать. Тормози! Тормози! Отлично! Нет, эльфы, не надо в кучу собираться! Суки!
Где мины? Где мины? Вон они, вижу. Какой сложный уровень, плотный. Помнять, вам слюна же вылетела просто изо рта, какая-то прям полетела. Кирилл Фарю. Следующий автор, уровень называется «Просто так». Ну и почему бы нет, действительно. Он просто так сделал, мы просто так поиграем. Классно же, ну. Там было что-то там написано про мой первый уровень. Ну ладно. Ага. Ага. Мины, спокойно. Я видел там мину, мне... Оу! Блять. Там финиш был. Там был финиш, я тебе отвечаю. Там был финиш, но мы до него не доехали маленечко, ладно. Окей. Спокойненько. Да, отлично, спокойно. Там мины, тихо. Тима, 3-4, 3-4, 2. Давай вместе. 3-4, 3-4, 2. Легкие уровни. Сегодня что-то все легкие уровни. Абсолютно уровни все сегодня легкие. Гарпун. Я вижу. Спасибо. До свидания. Не, идите нахуй. Ну, уйдите отсюда. Да уйдите. Я не хочу с вами общаться. Вы мне не друзья. Я знал. Друзья так не поступают. Убей нахуй. Гарпун, убей. У гар... А как? Подожди-ка. Тихо. Опа, хуйца там. Эй! Бляха, в натуре, смотри, сегодня что-то прям все так это... Тырык-тырык-тырык-тырык. Выпуск легких уровней. А автор нейм. Лоперс 221 Impossible Pogo Jump. Impossible Pogo Jump. Я прям даже возьму того, кому мне нужно. Оп, ой, это невозможно. Вот это действительно невозможно. Потому что кругом мины. Естественно, ага. Тихо, боньк. Да ладно! Спокойно. И как его перепрыгнуть? Тихо. На месте, стой! Допустим. Опачки. Не надо. Отлично. Хорошо. Замечательно. Ой, блядь, что происходит-то? Палка на финише, ничего не знаю. Палка на финише, ничего не знаю. Все, ничего не знаю. Я ничего не знаю, палка была на финише. Бляха, ну... Там просто был написан Чак Норрис. Ну, кто из нас убивал и переигрывал Чак Норриса? Ну, никто же. Ну, если ты хоть раз побеждал, где-то не написан Чак Норрис, он за тобой уже выехал. А, Степашашка. КП Don't Move. А, Степашашка. Ну, давай, посмотрим, где тут КП Don't Move у Степашашки. Степашашка, где этот уровень? Я его не вижу. Вот он! Ха, здорово! Поехали! На кишочках! Прям как я люблю! Прям как я люблю на кишочках, Don't Move! Красота! Кишочки! Отлично! Хорошо! Опа, что-то пролетело. Не сработал Don't Move. Дадим ему... Дадим? Дадим второй шанс! Давай дадим Don't Move второй шанс! Давай, давай! Don't Move, я знаю, ты справишься! Я знаю, ты можешь! У нас в последнее время очень много Don't Move, которые нихуя не работают правильно. Ах, чуть-чуть миллиметрик для того, чтобы просто он зашел жопой на эту херню и полетел дальше. Я попробую его подправить, самую-самую малость, просто чуть-чуть. Смотри-ка, опа. Ах, нет, он уже не управляется. Ну, ты пытался. Степашашка, еще чуть-чуть, и он заработает. Аллах Акбар 228, Изи Левел 228. Одни 228-ки сегодня. Ну, давай посмотрим. О, он один, отлично. Блять, а что сегодня одни? Легкий уровень, ты серьезно? Легкий, просто легкий выпуск сегодня, отвечаю. Опа, опа, опа. Там мина, я вижу. Я вижу, и эту мину я тоже вижу! Не надо. Мистер Блэк представляет нам уровень под названием Impossible Curse. Невозможное... Невозможный curse или невозможное проклятие. Не надо. Оу! А как тебя перепрыгнуть-то? Как? Тихо! Ой, ты как его задел-то? На этого ни разу не сдевал, сейчас задеть решил. Ага, отлично. Замечательно.
Красота. Мы уже почти на финише. Да-да. О-хо-хо-хо! Уровень 2! Ну-ка, не дурим. Отходим отсюда нахуй. Вот так-то тебе. Это правило работает не только про меня. Эти острые предметы падают на всех. Вот давай как-то сделаем. Давай их подтолкнем просто. Дед, сделай коленки не трам. Вот, спасибо! Дед сделал коленки. Блядь, деда стоило только попросить. Я говорю, дед, сделай коленки, чтобы они не были трамплином. И дед сделал коленки, чтобы они не были трамплином. Представляешь? Тихо. Бля, сейчас по головам пойдем. Все. Повышение. Спокойно! Ну-ка разошли. А, тихо-тихо, вот и хорошо, ты молодец. Ты прям понимаешь, как надо делать-то. Отлично. Хорошо. Давай туда же, дальше. Вон того. Сшибай! Шибай, шибай, шибай! Шибай, так, красота! Так, ладно, осталась еще одна вон эта баба, и все будет замечательно. Сшибайте бабу, товарищи! Сшибайте бабу! Баба мешает! Баба опасна! У бабы мачете! Я не... Вот, отлично. Бляха, ладно, с пикой, чувак какой. Давайте разгонимся по трамплину и все сделаем красиво. И раз, та-та-та-та-та-та-та, тихо, спокойно. Ты такой, сука, зачем? Ладно, Тимми у нас сегодня будет в форме индейца, а мы продолжаем, спокойно. Но ведь совершенно же нетрудный уровень. Отошли, нахуй, отсюда. Уйди. Вот, спокойно. Следующий. Отошел, нахуй. Отлично. Давай, 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 давай. Ушел. Прощай. Ты тоже. Ага. Адска! Это было зря. Да убейте ему топор-то! Вот, хорошо. Так, спокойно, женщина. Женщина с мачете. Ваша очередь подошла. Подходим потихонечку, полегонечку. Подъезжаем, убиваем. Спокойно, там топор. Да хватит прыгать, ебаный краб. Уйди из-под моих колес. Уйди. Ага. А-а-а! Отлично, два единорога, ебаных урон. Нет, нет, тихо, это мне подарок за то, что я плохо себя вел, я так понимаю. Не надо было так безрассудно прыгать мимо людей. Да прыг! Ох, ты ж, ёптыш, спокойно. О, спокойно, 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 спокойно. Да ну вот это же все, это бесполезно. Ладно, давай. Опачки. Опачки, ой, Тимми жив, и все живы, все красавцы, все молодцы, спокойно. Буньк. Нахуй я возьму с собой топор. Я с топором, пацаны, вам ничего не светит. У меня есть свое оружие, если вы свое пустите в ход, я пущу в ход свое, ушли отсюда. Тихо, 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 мелкий, отошел. Отошла, спокойно, ушли все. Ха, блядь, вот это бросок. Это был, ты понял, это была трешечка. Трешечка была, отличный трехочковый бросок, спокойно. Ушел, не надо нагибаться туда. Последний, сука. Рафаэль, блядь, я приехал за тобой. Уйди. Отлично! Только не говорите мне, что здесь будет третий уровень. Блядь, это были чудеса, по-моему. Это просто какие-то чудеса. Как он не попал в меня? Что происходит? Откуда кровь? Осторожно, камнепад! Ебать! Бля, это надолго. Это надолго. Это как-то... Давайте я его оставлю там, где он будет висеть еще очень много времени, судя по всему. Это там, где висят уровни, которые мы когда-нибудь пройдем. Так, Impossible Curse. Impossible Curse я скопировал, отлично. Следующий уровень от Крефтуса. Крефтус. Уровень называется Drugs. Если кто-то подумал, что это наркотики, то нет. Drugs это... Это лекарство, наверное. Поехали. Drugs. Когда цвет экрана изменяется, не двигайся, иначе ты умрешь. Хорошо. Замечательно. Как мне... Эй, стой. Хочешь ебануть таблетку? Нет, спасибо, сэр. Заткнись нахуй, сынок. Ну, па! Я не волнуюсь, дай мне это. О чем вы, блядь? Окей, возьми это. Че это? Подобрал какую-то падлу. Я не двигаюсь. А, вон оно для чего! Здорово! Бляха, тебя-то я уже видел! Подожди, такой уровень же точно. Нет, такого не было. Вот именно с грибками не было уровня, отвечаю. Он был без грибков, а с грибками. Сказки! Ебать!
Вот это нормально, мы приняли, судя по всему. Я ошибся, что Дракс в этом случае означает таблетки. Дракс в этом случае означает именно то, что они означают прямо как... Здорово, пацаны. Че, как жизнь? Ой, Рональд. Макдональд, блядь. Добрый день. Ай, тихо! Это был скример, судя по всему. Опа, 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 опа! В дом входим! О, пику-то убери, слышь! Пику-то убери, бля! Вытащил он мне стекло, типа, на-ка, заесть сюда. О, здорово. Чё там написано? Не беспокойся о чём-то там. Ну, хорошо, да ёб твою мать. Ну-ка, дай я проеду, сейчас деваху найду, я, блядь, этот куст стекло какой-нибудь в голову встав... Тихо. Собачка, ну-ка подними меня. Блин, какие вы здоровые. Какие веселые у вас таблетки, пацаны. Я говорю на полном серьезе, зачем? Сука. Собака. Этот хвост совершенно не похож на хвост, если что. Он больше похож на какое-то... То, что сейчас с нами случилось. Давай, дед, свои таблетки, у тебя очень веселый мир. Давай только быстрее. А, он предлагает, будешь типа ебануть немножко. Сын говорит, нет, не надо, дяденька. А отец говорит, заткнись нахуй, давай сюда свои таблетки. И все. И он дает свои таблетки. Во, отлично. Ты понял как, да? Ты понял как? Вот это ни хрена себе, да? Ты, батя, здорово, сарделька. Тихо. Ой-ой-ой-ой, гномы, извиняйте, но я тут не виноват. Здорово, пацаны. Ты ж какие-то все веселые. Оп, спокойно. Опа, это скример меня, по-моему, убил только что. Нет, я живой, ты посмотри-ка. Да хватит орать-то, пиздюшка. Хватит уже, я сейчас приеду, раздавлю тебя. Бля, вот ты прям вовремя, короче, просто пиздец. От установки игры, короче, вырезала окошко с предложением что-то еще там да установить. Я не знаю, будет это видно или нет, а если там будет просто черный экран мигнет, значит, это я убрал. Ну, вроде как не должно, наверное, быть это видно. А может быть и должно, может быть что-то сломалось сейчас, может быть записи вообще не будет и колеса не выйдут сегодня. Я хуй, как так, спокойно. Так, тихо, на чем я помер, почему я помер, что случилось? Я как-то сломал себе туловище. А! Сраная собака! Ну-ка, завози меня обратно туда наверх. Все, давай. Так, что с этим хвостом не так? Как его сделать так, чтобы он поехал вниз? А-а-а, спасибо, собака. Да что ж, одни скримеры-то... А что за хуйня тут творится, спрашивает цветок. Спрошу тебя то же самое, если честно. Я, по-моему, обдолбался каким-то говном. О! Красавчик. По-моему, этот рисунок я уже где-то видел. Крефтус. Я помню, что что-то знакомое. Крефтус это, походу, чувак, который рисует охуенно веселые, красочные и добродушные уровни. Давайте на этой хорошей ноте мы сегодня и закончим. Сегодня был очень легкий выпуск, за исключением одного, или двух, или трех, или всех уровней. Поэтому ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующих выпусках, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.